Хей-хей, это Just Play, ретро-насилие, и мы продолжаем играть в Quake. Кстати, вот этот фирма Night Dive, она и Blood делала ремейк, и что-то еще. Ну, короче, норм. Мне дали жизни. Нам есть чем поздороваться-то хоть? Патронов нам, естественно, никто не дал. 100. О, пулемет есть. Говно вопрос. Тонул, походу, да? Чё, местные разборки, парни? Так. Я знаю, я все вижу. Я понимаю, что воздуховод закрыт. А, у меня кончились 100 моих патронов. Что, блядь, неудивительно. Они тут расходуются очень быстро. Да, я понимаю, но там патроны. С чем мне здороваться-то хоть с людьми? С монстрами. Толстый стал. Старый стал. Не получилось лифт-джамп. Ну ладно, сейчас мы будем просто так и делать. Ну ладно, все это говно, мне не понравилось. Короче, будем делать по-другому. Нормально, ноги целы. Да, блять, мне тот вариант больше нравился. Сожрала меня тварь. Дайте мне патронов, пожалуйста. Мне надо. Ты чё, типа, такой точный? Я тебя видел. Пу, привет, оружие. Я бы оставил, конечно, на мохнатых мишек, но их пока... Кстати... Как-то надо до усилка добраться. Серьезно, я не допрыгиваю. Да я понял. Там секретка вон наверху. Сюда как-то можно попасть. Наверное. Бать, не получилось. Чё там? Кто там хочет получить? Да дрянь такая. Ты чё, я что, не разыгрался, что ли? Я нашел твое слабое место, лестницы. Так. Что, ножка? Я понимаю. О, надеюсь, у кого-то есть болезнь. Вообще норм. Туда мы не полезем пока, ладно. Некогда. Чё, тут никого нет? Thank you.
Так, бобры. Все нормально. Я жив, все в порядке. Можно сохраниться. 25. Меня как раз хватит. Да не вопрос. Хорош, прям хедшот ракетничкой. Люблю когда так. Да ты их задолбал накидывать. Я хочу убежать уже, а ты, блин, накидываешь. Что там за вода? Подозреваю, там может быть что-то полезное. Проход. Секретная область. О, ракетничка. Да, значит, не зря. Там тоже есть проход. А тут чья-то голова. Патроны. Фу, блин, ракеты. Но с другой стороны, ракеты — это тоже хорошо. Возможно, я должен был здесь упасть. Потому что тут нигде не залезть. Фонарики клевые, очень удобные. Нифига я коленями саданулся, слышал хруст? Мы там кого-то ждем? Признайся. Бульбульк, как Рэмбо. И свидетелей не осталось. Жизни целые, целые. Не бей! Я жить хочу. Да нет, пусти, пусти, пусти. Пусти, пусти, пусти. Оп, оп. Я тебе рад. Только надо сохраниться. 200 полные. Не вопрос. Я первый успел. Дрянная эта скотина. Дырень, отвали. Жизни там нет. Прикинь, их двое. Да ты задрал. Некогда объяснять. Я просто не сохранился. Твари, вы же ничем не кидаетесь. Ты чё? Проверь пульс. Тут себя главное, чтобы не контузить, надо прыгать. 84. Ножка хрустнула. Чё ты не можешь сгруппироваться, я не знаю, поджать ноги? Так, жизни тут повсюду. Буль-буль-буль. Говно вопрос. Надо брать пока то, что есть, свободную, потом лететь сюда, бля. Секретная область. Хорошо. Текс.
Ага. Я не убил каких-то двух тварей. Но я выжил. Что на самом деле прекрасно. До новых встреч, друзья. До нового видео. Пока.